лошадок готовят к походу. Идем вот примерно вот так, вот так, вот так, ближе дальше. Так, вот это вот пристегивается. Вторая за другую. За всех сил, да? Сил не надо. А потом еще потянем. Повторяю, чью лошадь говорил, тот поднимает руку, что запоминает. Туман, потом идет Геркулес, потом идет Лютик, потом идет Чара, потом идет Орион, потом идет Кабанчик, потом вот идет Кабанчик. Капля, потом идет Аврора. Ну и малыш замыкает у нас самый ответственный. Самый опытный. Запомнили, да, кто за кем идет? Все, молодцы. Выезд группы на маршрут с базы Заречная. Придем. Этот зверь машины не только везет шмотки для туристов, которые уехали на конях, но еще мы сейчас туда погрузим дрова. Опять же, для туристов. Настоящие вот сибирские мужики не пользуются ни топорами, ни пилами. Настоящие сибирские мужики расправляются с дровами только так. Да, надо сейчас все сразу же под эту найти, под потянуть. Это было длинное. Как первый переходик? Все живы. Это радует. Не вылезли от рыбы, мочи хотя бы к ним привязать. Вот он там, Байкал. Инструктора занимаются тем, что делают бивак. Наши походники разложили сушиться седла. На Байкале сегодня волна. Время водопоя. Сейчас коней поведут Байкалу.
попробуем их напоить. Но говорят, могут не стать пить, потому что идет волна. Сейчас посмотрим. Да, водичка. Вот видишь, тебя снимают на камеру, ё-моё, посмотри. Посмотри, посмотри. Ну-ка попозируй. Давай, пойдем, пойдем, пойдем. Позируй. Позируй, голубушка. Ну давай, давай. Пойдем, пойдем. Пойдем, наелся травы уже, наелся, наелся. Пить водичку. Ну, давай. Давай, давай, давай. Давай, пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, попозируй. Ну попозируй. Позирует хорошо. Давай, давай, давай. Ну говорят, что ты правильно себя ведешь. Да? Давай, пойдем, пойдем. Наелся травы, наелся. Наелся травы, наелся. Кристина, как зовут твоего коня? Ну что, водопой удался? Троих коней удался. То есть не стали бояться волны? Эти почему-то не боятся. Обычно привыкли, видимо. Может, измельчали, может, так пить хотели. Отлично. Пока три коня. А жеребенок почему пить не стал? Он боится. Боится. Ну, если я не ошибаюсь, он до сих пор молотос несет, поэтому его достаточно. Понятно. Коней почти всех напоили. Сейчас они здесь травку кушают. Тут же ребята идут также в поход. Люди купаются, несмотря на волну. Поврик пошел. Народ еще чая хочет. Ну да, котелок быстро выпили. Костра, чай очень душевный идет. Точно. Вот такая лунная дорожка.
к утру Байкал успокоился. Волны нет. Тишь да благодать. Денек теплый, солнечный. Это приблудший конь, который прибился к нашему, к нашей экспедиции. Thank you.